Всем привет, с вами Ниль в Горне, это игра Terra Tech, и сегодня я буду ездить на своем монстре, который я создал. Вот такая вот хрень, я не знаю, некоторые видят в нем плохие вещи, но мне очень нравится, потому что я добыл еще пару щитов, точнее лечащих щитов. И то есть это теперь вообще полноценный завод, как видите, большие колеса Big Boy стоят, все на русском, блин, просто красиво. Так вот. И, как я говорил, что как-то рандомно там все крафтится у меня, нет, оказывается, нет, есть рецепты, есть целые таблицы, я обязательно эту ссылку скину под видео, то есть вы можете посмотреть все рецепты, как это все крафтится, и кабины, и управляющие модули, которые должны управляться вот дополнительно моими соратниками, эти модули все можно крафтить. И, во-первых, и там нужно... Вот если посмотреть, вот где-нибудь, если у меня получится, то я где-нибудь здесь вот прям появится на экране. Два рецепта, это один за AI-модуль, который будет отвечать, а другой за кабину будет отвечать. И в одном плюмбе ингот нужно и рудин кристалл. И рудин кристалл это зеленый вот такой вот кристалл, а плюмбум ингот это, вот если я не ошибаюсь, это вот, вот это вот. Да, все, это плюмбум ингот. Так, попробуем сейчас обратно это все зацепить. Да, все. Так, и чтобы его мне скрафтить, нужно... Во-первых, вот, чтобы AI-модуль скрафтить, мне нужно вот такая вот двойной... Сейчас посмотрим, это обрабатыватель. То есть, да, вот, нужно... А, нет, это не то. Он обрабатывает материалы и делает из них, вот, допустим, базанатин... Господи, я даже это не выговорю. Ну вот, более продвинутые слитки, так скажем. Но мне это не нужно, мне нужен двойной фабрикатор. Фабрикатор, вот, а кстати, тут и... Так, такого не было, сразу говорю, такого не было. И поэтому не ругайтесь, то есть, оказывается, тут можно даже вот так вот посмотреть. Давайте посмотрим. Такого не было. Ну, блин, я каждый раз, я русский язык, вау, знал, что его не было там. Хотя здесь, кстати, не все рецепты мне показаны. Странно. Давайте попробуем, знаете как, по-другому вообще сделать. Попробуем его на землю поставить, так. Возьмем сейчас вот этот вот. Так. И вот это вот. Так. Оп, проглотил. Та-дам! AI-модуль получился, ребятки, все отлично. То есть теперь у меня... Так, вот давайте вот это вот на переработку отдадим. Пускай нам там переработает. Оп. AI-модуль. Отлично. У меня где-то... Вон я вижу задницу одного блока, который мне пригодится. А вот у нас кабина. Вот нам и готов наш дополнительный... напарник. То есть, в принципе, я сейчас, если посмотреть здесь по материалу, я могу вот так вот еще раз так, оп, взять. Оп. Отлично. То есть, так, проверяем. Появился ли он в списке крафта? Да, он появился. Просто, значит, здесь появляются все рецепты, которые вы сделали. Поэтому все-таки нужно будет таблица крафтов. Это классно, это интересно. То есть, давайте попробуем ради интереса взять, убираем вот этот фабрикатор, ставим его наверх, чтобы он как бы в мою карусель здесь не попадал. Так, мне нужно... Мне нужно вот этот кусочек переработать. Так, у меня только он один остался, да? Поэтому нужно еще два. А этот металл, он у нас... Это, ну вот он, блестящий, я так понимаю, это он и есть. Ой, главное не выпасть на самом деле, чтобы это все не потерять. Единственное, вот меня это вот как-то раздражает, что оно... Многие такие вот предметы, они просто выпадают и... Ну, как сказать, и пропадают, в общем. Так... Ну, вот это тоже, конечно, нечестно.
То есть могли бы сразу все изначальные рецепты показывать. Нет, нужно их каким-то образом придумать. То есть вы должны их как-то там изучить. Там, и только тогда они у вас попадутся. Так, ладно. Вот здесь вот, мне кажется, просто нужно, чтобы все было в порядке, чтобы нужные материалы мне шли в переработку, а нужные заряжали мой щит. Мы вот так вот сделаем, просто череду вот здесь вот увеличим. Самое забавное, что также и батареи такие можно крафтить. Ну, в общем, все, что есть в игре, все можно крафтить таким способом. И довольно это эффективно, и довольно крутотецко. Так, я, по-моему, сел на брюхо. А, нет. Я уперся просто. Не смотрите на моего монстра, он уже... Он вообще неубиваемый, вот честно, я... И мне кажется, там мне комментарий один оставил человечек, что, типа, у тебя игра заглючила, что у тебя должны были появляться гиганты такого же размера, как и я. Я согласен с этим, потому что врагов очень мало. То есть, вот что было до этого и что сейчас происходит, я вообще, я езжу там... Вот встречаются вот такие вот мелкие, вон он. Ну что это такое, что он мне сделает? Все добытые, вот, кстати, вот батареи вот эти вот большие. Вот батарея большая, вот здесь вот стоит мелкий, мелкая такая батарея. Это все я просто добыл с... Так, это не то, я взял с врагов. Так, давайте, во-первых, отдадим вот этот вот... Так, нет, знаете, вот... Похоже, реально легче всего только вот так вот выставлять отдельно это все. И тогда это все крафтить. То есть вот так вот, оп. Оп. Я сейчас пытаюсь кабину сделать. Так, успокойся. Успокойся. Так. Так. И зеленый нужен один шарик. Так вот, зеленый. Ну вот, вот это управление не, мне не нравится. Хотя в последнем... Так, может быть, не то я... Ой. Так. Не то. Не то получилось. Может, сначала шарик... Да, давайте сначала шарик попробуем добавить. А потом уже все остальные блоки. Так, опять я не то... Черт, я что-то снял. Вот когда... И опять я что-то снял. Господи, когда вот у вас такой вот завод, в этом неудобности есть. Смотрите, и как назло заработало. Ну что ж такое-то? Почему он не принимает-то? Проверяем, потому что... ну все правильно, потому что, да, я... Главное, смотрю на рецепт, там у меня вот... Я тут специально его записал. У меня, главное, написано это, но я упорно пытаюсь в него впихнуть больше чуть-чуть. Так. Оп. Тут нужно два же кристалла таких. Оп. Та-да! Кабина получилась. Так. Секундочку. Так, если у меня получится, то опять вот здесь где-нибудь на мониторе появится. На картинке, точнее, на мониторе говорю. Появится еще один рецепт. Он будет обозначать, как крафтится вот эта вот батарея. И если я не ошибаюсь, то в фабрикаторе... Так, нет, фабрикатор у меня есть уже. То есть не то. Фабрикатор это не то. Я взял... Вот эту вот штуку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, кабины попадали. Ну, давайте их вот туда вот запихаем. Так, отлично. Вот в этом слотовый обрабатыватель. Мне нужно, знаете что, фулл умение ингот. Я такой даже ни разу не собирал. То есть это что-то такое... Я, честно, даже не могу представить, что это такое, потому что у меня такого... Я не вижу, что в карусели такое присутствует. Вот, допустим, если мы возьмем красный блок,
и, допустим, вот такой вот блок, получится Фундерия ингот. А мне Фулмения нужен. Это не то. То есть у меня нету какого-то материала, чтобы сделать. Хотя я добавил Фундерия, смотрите. А мне нужен Фулмения. А... Так, это батарея делается в двойном. Вот в этом. И там Плюмбум ингот и Фулмения ингот написано нужно, да? Да. Блин, а. Вот это я вообще... Надо очень аккуратно быть. Меня вот эта карусель уже здесь немножко порядком начинает раздражать, потому что... Когда не надо, она стоит... Ой, когда не надо, она двигается. Когда надо, она стоит на месте и не хочет двигаться. Вот это вот очень... Есть. Нужный схватил камушек. Посмотрим, что получится. Получился лазер, понятно. То есть не то. Хорошо, отлично, супер, просто вообще великолепно. Потому что сейчас мы пойдем и начнем, будем искать, как выглядит у нас Фулмения ингот. Я не представляю, что это такое, но мы попробуем это найти. Все материалы я оставлю здесь, пускай они будут. Но я сейчас немножко угля наберу. В принципе, я думаю, просто нужно попробовать все кристаллы. Все возможные кристаллы, которые есть. То есть их собрать. И попробовать из них что-то сделать. То есть, и все, тогда все будет нормально. Я думаю, в какой-то момент просто получится... получится этот Фулмения ингот, чтобы его соединить. Так, ну что ты, что ты, что тебе надо? Умри, умри, умри. Вот не хватает у меня уже, кстати, батареи не хватает. Давайте возвращаем карусель, чтобы все моменты, которые... То есть все вот эти блоки, которые... Ну видите, прям вот одни мелкие враги только. То есть мне даже, в принципе, по сути, опасаться-то нечего. То есть потому что... Одни мелкие враги на меня нападают, и что мне опасаться-то? Так, давайте сюда его переведем. Батарей надо побольше, я бы хотел штук 10 вообще, то есть, ну, такое большое достаточно количество, чтобы, сами понимаете, чтобы сделать и прям вообще, чтобы немерено их было. Но видите, у меня сейчас вот перегрузка начнется, и просто начнут выпадать предметы. Ладно, поехали искать кристаллы, и... Явно карта заглючила тем, что еще, вот смотрите, я здесь вот, допустим, уничтожил охранника, уничтожил защитников, но все равно остается вот неоткрытым вот эта часть. Ух ты, вот этого я первый раз вижу. Уничтожить. Уничтожить просто вот в какашку. Я так пропеллер хотел еще один. Ну ладно, хотя бы блок питания один спас. Тоже хорошо. Так, и он встал не туда. Не туда, куда я хотел. Вот, отлично. И такое чувство, что что-то у меня выпало. Нет? Я даже, честно говоря, ну, уже не хочу собирать тут ничего. Пропеллеры я хочу вот такие вот, чтобы поворачивать удобнее. То есть, так, вот красный кристалл есть. Ну, красный кристалл, это красный кристалл. Он у меня уже есть, так что, в принципе, я даже не знаю, зачем он мне еще нужен-то. Так что, знаете, куда мы поедем? Мы попробуем найти территорию вот желтых, как бы, желтой фракции. Ну, мне так кажется, что это территория желтой фракции... Что-то попадало, по-моему, да. То есть это... Так, черный кристалл. Это черный кристалл? Это какие-то... Это какие-то красные кристаллы и... Что-то я не пойму. Ну-ка, сейчас мы посмотрим... Как они называются? О-о-о...
что-то я не понял, как они называются, но это явно что-то не то. Мне так кажется. Может быть, это топливо какое-нибудь? Потому что из него вот получаются вроде бы вот эти красные капли. Вот из этого красного, которого я кристалл нашел. Может быть, это какой-то, ну, типа нефти. Так, ладно. Так вот, желтая территория — это типа, как бы это правильно сказать, типа такой выжженной вулканической земли. Я думаю, те, кто играл, встречали, но я постараюсь. Самое страшное, самое обидное, точнее даже, то, что вот мой вот этот гигант, он может развить скорость довольно-таки высокую. Но из-за того, что вот эти вот сзади со мной ездят материалы, я боюсь, так сказать, разгоняться на полную мощь. Не забывайте, что у меня еще и двигатель есть. То есть, ну, а нет, в принципе, нормально держится. Вон, как видите, у меня ракетные двигатели подо мной стоят. То есть и спереди тут немножко есть ракетные двигатели. Я могу включать. То есть и самое забавное, что и блоки питания для этих ракетных двигателей у меня есть. Ну, конечно, их не очень много будет, но все же. Так. Ну, куда ты? Вот чего ты? Ну, чего тебе надо? О, красавчик! Ты мне подарил просто радость. Отлично. Вот это хорошо. Это я люблю. Так, вроде бы еще один был, нет? Он, наверное, взорвался. Ну, ладно. В принципе. Как видите, проблем... не составляет мне ни один враг. Так, красный кристалл не то. Просто остается искать какие-то кристаллы такие непонятные. К сожалению, вот я знаю, что соединение какого-то материала, кристалла и чего-то еще фулмения, и получится фулмения ингот. А что конкретно, я не знаю. Так, какая-то соляная пустыня. Я вот не знаю, может быть, это типа снег, намек на снег, но лично у меня больше, ну, лично мне больше кажется, как будто это именно соль. Вот-вот, синие кристаллы, может быть, это они? Как вы думаете? Попробуем. Ну-ка. Чего? Видимо, заблокировано там чему-то. Так, какие-то синие кристаллики. Давайте их загрузим. Не то взял. Так, вот что-то произвел. И синий кристалл произвелся, но, скорее всего, фабрикатор синим кристаллом у меня есть. Нет, не то я смотрю, не те рецепты смотрю. Обрабатывали. Ну чего? Блин, а? Из радара, похоже... Это синий пение ингот получится. Так, ладно, это тоже не то. Так, что-то мне не везет. Так, синий кристалл, значит, красный, синий, зеленый уже не подходят кристаллы. Так, хорошо, отлично. Так, и у меня, я смотрю, топливо кончилось для регенерирующих батарей. Надо перезарядиться. Ну, видите, я очень много трачу. То есть, ну, энергии очень много тратится. Добыть я энергии тоже очень много могу, но вот этот материал, он просто летает, и в большинстве случаев он выпадает. И я не могу скопить так много энергии, чтобы очень долго, ну, долгое время двигаться без потребления еще, так сказать, без добычи еще энергии. Материал, по крайней мере, для этой энергии. Так что приходится вот, ну, мучиться, в общем, честно говоря. Так, я знаю, что некоторые кристаллы добываются вот... из всяческих дополнительных материалов, то есть, ну, всяких камней всяческих там. Так. По-моему, я сел на брюхо. Притом конкретно сел на брюхо. Давай, 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 давай. Ну, я не то, что сел. Так, вот, желтый, видите, синенький выпал кристалл. Так, нет, ничего, блин, а. Зараза прям. Дилемма. Поищем, поищем сейчас еще. Так, вот это вот явно какой-то нефтяной. Нефтяная какая-то жила. Сейчас мы ее срубим и соберем. Ну, вот, блин, не хватает каких-то рук, что ли, которые бы хватали материалы эти.
мне не приходилось над ними, чтобы проезжать, потому что, как видите, приходится именно таким способом собирать. Можно, конечно, с боков здесь сборочные поставить устройства, но сами понимаете, что они не попадут на конвейер, то есть надо будет как-то конвейер удлинять. Но, в принципе, кстати, это вообще реально. Можно вот здесь по низу поставить сборочные вот эти части. А, они у меня на втором ряду. Тогда не получится. Ну ладно, в принципе, ерунда. Так, еще один враг. Ну, то есть, я надеюсь, я, ну, как сказать, объяснил вам, как происходит крафт, как он собирается, как он делается. То есть, в принципе, я думаю, это и так все понятно было многим, потому что мне реально подсказали. Мне именно подсказали вот то, что есть такой сайт, где можно посмотреть все вот эти крафты. Так что, думаю, вам тоже очень будет легко. Кстати, может быть... Ну ладно, в принципе. Я обязательно поищу за кадром кристаллы эти какие-нибудь. Найду этот крафт, если кто-то еще не сможет разобраться, как он, как делается это умение Инга, то... Ух ты, какой большой красный кристалл. Если не разберетесь, то я обязательно в следующей серии это покажу. Так что подписывайтесь на канал и давайте 100 лайков, то есть поднимаем рамку, так сказать. 100 лайков и будет вам следующая серия, то есть если вы набираете, если это видео набирает 100 лайков, то я начинаю делать следующее видео. Так что дерзайте. Подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте, которую я пытаюсь потихонечку развивать, и довольно-таки мне так кажется успешно, потому что люди приходят, люди комментируют, люди интересуются, люди спрашивают, общаются, это интересно. То есть, когда, ну, я бы и хотел сделать какую-то такую группу, где люди именно бы общались по тем играм, которым я снимаю. Так что милости просим. Всем всего хорошего, пока!